И всем привет, друзья! С вами я, Инкассатор. И сегодня мы будем раздавать новый промокод, а также я выдам старый промокод, который был в прошлом видеоролике. И сегодня мы проверим новую 500 промокодов. Но перед началом данного видеоролика не забывайте поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал и поставить колокольчик. Ну, а мы погнали к раздаче прошлого промокода, который был в прошлом видео. И вот, я нахожусь на том самом сайте, который выдает рандомный комментарий с тем самым промокодом, который написали мои подписчики. Итак, да, промокод был прошлый у нас Гарена Привет, и был ролик о промокодах в реальной жизни. Давайте же выберем рандомный комментарий, который покажет, кто же у нас заберет сегодня алмазы. Выбираем. Ален Хавсейпан. Надеюсь, правильно прочитал. И он у нас не подписан на меня, либо не стоят открытые подписки на мой канал. А мы листаем далее. Здесь нету ни ID. Здесь падает у нас без ID. Опа, SNS, краш 666. Все говорят кринж, я скажу видос стоп. Жалко, я не гулял на улице. Итак, заходим в Simple Dimple и смотрим. И у нас человек подписан на меня. Мне кажется, вот этот человек SNS Crash уже выигрывал, но раз я за честную раздачу, за то, что YouTube сам выдает рандомные комментарии, оставляем данный комментарий. Идем раздавать его. Итак, мы переключаемся в Гарена Топов Центр, то есть сайт с донатами от Гарены, вводим ID, SNS Crash. Так, у нас... Короче, обновили, как я понял, донаты. Нифига. А вот это вот неплохо. Да? Вот это очень даже неплохо. Посмотрите, сколько дают за первый донат. За первый донат у нас дают 280 алмазов. Что-то не так. Как будто бы Гарена расщедрилась. Что-то подозрительно. Ну ладно, донатим человеку, у нас почти 300 алмазов. Вводим рандомную почту. Кликаем на все подряд. И переходим в донаты. Конечно же, сразу после оплаты я показываю все вам. Оплата проведена, все успешно, транзакция успешна. И вот нам человеку приходит 280 алмазов. Стоимость доната 66 рублей, я думаю, все видно, время... Иди транзакция вам тоже видно. И я думаю, все увидели данный донат и поняли то, что все здесь рабочее. А мы переходим к проверке нашей сотни новых промокодов. Итак, вот мы сюда и попадаем. Мой блокнотик, где у нас находится сотня промокодов. И, конечно же, начинаем. Первый полетел. Уже я зашел на сайт Реверс Гарена, ввел свой аккаунт, и, конечно же, вы видите мой никнейм Инкассатор. Инкассатор. Так. Ой-ой-ой. Короче, это... Будем у нас проверять снова новую сотню. Будем думать, что да как. Для вас будет видос мгновенный, для меня он длился достаточно много. Думаю, вам понравится. Новый промокод будет в течение данного видеоролика всего. Ищите, я буду скажу или напишу правильный. Какой должен будет быть рабочим, который надо писать в комментах. И также не забывать оставлять рядом с ним свое ID и также подписываться на меня. Мы идем дальше. Жмёкаем, кликаем. Так,
Первая десятка пройдена почти. Сейчас последний у нас остается. Просто бахаем все наперед, в принципе, не раздумывая. Идем дальше. Вот такая вот тема. Так, бабам. Постараюсь как можно быстрее все делать, чтобы как бы уловить вам всю суть, всю информацию, что находится в данном видеоролике. Было покомпактнее, так сказать. Не на 20 минут, а то на 20 вообще, мне кажется, крыша поедет. В общем, вот. Дальше крутим, бахаем все это. Такая тема. Также еще в описании. В описании у меня будут все остальные части со всеми другими промокодами, другими сотнями и со всеми другими розыгрышами. Можете посмотреть, удостовериться, все призы приходят. Там тоже разные челики выигрывают. Вот такая вот тема. Так, мы уже на третьем десятке. Это у нас получается сейчас пятая сотня идет. Вполне, я думаю, неплохо. Не хватает только попкорна. Ну и в принципе все, наверное. Продолжаем бахать, делать все. Так, бам. Почти третий десяток окончен. Ну ничего, нормалек. Все супер. Дупер. Так. Так. Идем дальше. Четвертый десяточек у нас залетает, значит. Бахаем все подряд просто. Без разбору. Все промокоды к нам в гору. Вот так вот. Вот так вот надо. Такая тема. Идем просто и фигачим их. Направо-налево. Ты... Немного я сегодня подустал, возможно, голос будет такой, может, сонноватый, может, фиг поймешь его. Так, идем, дальше. Так. Пампурум-пампурум-пампурум-пам-пам. Так. У нас получается шестой десяток, да? Или пятый десяток. Уже вполне неплохо. Идем дальше. Наперед. Врываемся. Кегля. Так. Ух, ну вот это, конечно, морока. Идем дальше. Так, мы, получается, заканчиваем сейчас на шестом десятке. Идем у нас, значит, на седьмой. Осталась последняя тридцаточка. Будем думать, какой из них рабочий. Смотрим дальше. Поищем.
Так. Redem your code, блин. Ну, конечно, разрабы Redem комеды свои наделали. Не надо мне вот этого всего вашего Redem кода. Так. Так. Последняя двадцатка, да, у нас? Последняя... Просто... Или десятка? Последняя... Да, последняя двадцатка, все правильно. Ой, пропустил. Так. Короче, в принципе... Бахаем. Я думаю... Должно что-то быть рабочим. Надо музону, может будет музончик тут, может не будет, сейчас узнаем. Ой, на каком я кончил? А вот, чуть не провафлился. У меня клавиатура. Я промахнулся. Чуть не это, не улетел. О нет, у меня уведомление от Brawl Stars пришло. Так. Последняя десятка, да? С 91 до 100. Бахаем. Мы должны справиться. Просто. Не, ну это пушка, пулемет. Тот еще. А, еще и бомба. Кстати, мне не нравятся дела с Украиной. Ну что это такое? Зачем война вообще нужен? Ну типа. А смысл? Так. Смотрим, что у нас дальше. А, это не все, прикиньте, я провафлился, я глюпий. Еще десятка. Ой, еще двадцатка. Я это... Это сейчас было не последнее. Еще уйдем. Я забыл. Четвертый лист, точняк. Это только мы 80 проверили. Сейчас 81, 82. Значит, до 100. Капец. Ну, я и вафля, конечно. Мы идем и бахаем дальше. Все абсолютно. Остается у нас 16 штучек этих промокодов. И узнаем, что будет дальше. Что же нас ждет в этой жизни. И нас ждет промокоды. Так. Чуть не пропустил снова. Сонный я, пропускаю дофига. Главное все не пропустить, потому что вдруг это будет рабочий. Идем у нас дальше. Остается 11 промо. Еще уже у нас остается. 91-й. 92-й. 93-й. Что ж дальше? 94-й. Ага, не работает. 95-й.
Ага. Тоже не работает. Не получилось напугать промокод. Я работай. Нет, не работает. Дальше. Что же у нас? Опа. Не работает. Опа. 98-й. Не работает. 99-й. У нас тоже не работает. Так. А где 100-й? Где у нас 100-й промокод? 100-го нету? Ага, а вот и 100-й рабочий промокод, который надо писать в комментариях вместе со своим ID. Тот самый промокод 99PROMOFF. Пишите его в комментариях, кто досмотрел до этого момента. И у вас есть шанс также выиграть алмазы, как человек в начале данного видеоролика. Ну а мы переключаемся в игру для конца. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Инкассатор. Всем удачи и до новых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а на этом все. Всем пока. Кидай это.